сейчас еще кое-какие дела доделаем. И на самолет завтра. Рано утром. Ну а сейчас у вас будет уникальная возможность проехаться с нами в московском метро, чтобы посетить крупнейшую туристическую выставку года Интурмаркет. Поехали! Поехали! Московское метро. Средняя Азия нас не отпускает. Узбекистан догоняет даже на выставке Интурмаркет. Зарегистрировались. Вы приезжаете к нам в гости, вы можете взять маршрутки, у нас будут проходить фестивали недавно. Можно телеграть, куклы могут танцевать. А как они? Ух ты! И как она называется, вы сказали? Остридушка. Как такие? Еще даже вопрос не задал. Выгрыл. Ну, конечно, спросил, но даже договорились. Ну и, конечно, в преддверии нашей поездки мы подошли к стенду Калининграда. Познакомились с представителем турфирмы и поинтересовались, какие экскурсионные маршруты нам могут предложить. Из Москвы мы уезжаем с легким сердцем. Сделали все, что было необходимо. 2 дня назад отправили статью на сайт Всемирной энциклопедии путешествий, посвященную нашей поездке в Бухару. Так что на свободу с чистой совестью. Кстати, наше видео о бухарских приключениях смотрите на специальном плейлисте. Наши бухарские каникулы. Вот, наши бухарские каникулы. Столько плейлистов, что уже всего не упомнишь. Ну что, до свидания, Москва. Встречай нас, Калининград. Оставайтесь на нашем канале и сопровождайте нас в путешествии по Европам своим ходом. Нас с вами ждет Калининград, а потом польские Гданьск и Варшава. Лайки поставили?